Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его боливийский коллега Эво Моралес почтили память Фиделя Кастро, посетив мемориал имени Хосе Марти на Гаванской площади революции. Лидеры и представители многих стран мира, для которых Кастро был символом победы социалистической революции, приняли участие в траурных мероприятиях в связи с его кончиной. Фидель Кастро умер на 91-м году жизни в пятницу 25 ноября. «Это большая честь для меня быть здесь и отдать дань памяти великому человеку, который вдохновлял людей не только на Кубе и в Латинской Америке, но и во всем мире», заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас, который прилетел в Гавану. В здание кубинского посольства в Пекине прибыла правительственная делегация во главе с Си Цзиньпином. В депредставительство Кубы в разных странах приходят политики, лидеры левых партий, обычные граждане, чтобы оставить слова соболезнования, возложить цветы к фотографиям Кастро. Так глава российского МИДа Сергей Лавров отдал дань памяти кубинскому революционеру в Москве. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил посольство Кубы в Пхеньяне. Еще раньше он направил телеграмму со словами соболезнования Раулю Кастро. Траурные мероприятия проходят на острове всю неделю, а 4 декабря прах Кастро захоронят в городе Сантьяго де Куба. Кубинцы отстаивают долгие очереди, чтобы проститься с легендарным лидером.